Добрый день, уважаемые подписчики интернет-ресурса Nazar News. Сегодня мы решили поговорить о ситуации в энергоотрасли Кыргызстана. И для этого в гости пригласили известного эксперта в области топливно-энергетического комплекса Расула Умбеталиева. Здравствуйте, Расул Ахматович. Добрый день. Как ваши дела? Да, хорошо. Буквально вчера вы выступали в Акипрессе, да? И критиковали вот, как бы перенос одного министерства, АО электрические станции, в Каракуль. Вот с чем это связано, как вы считаете? Или они хотят просто поближе к производству быть? Ну, видите, вопрос именно передислокации Министерства энергетики в Джалабад и переезда центрального аппарата всего коллектива АО электрических станций в город Каракуль. Конечно, это очень серьезный вопрос, очень глобальный. Стратегический, экономический, социальный вопрос. Кабинет министров, Министерство энергии основывается тем, что именно переезд и перевод будет решать вопросы, значит, улучшения состояния регионов, развития регионов. Это с одной стороны. С другой стороны, именно вот Министерство энергетики, электрические станции является, вы знаете, что основным, единственным предприятием, которое вырабатывает электроэнергию, будут находиться близко генерирующим, вырабатывающим станциям и будут находиться поблизости строящимся ГЭС, компартиз ГЭС-2, ГЭС-1. Контроль улучшится. И верхний раскаскад. И поэтому они так мотивируются. Но видите, я выступил, я в другом формате выступил. Почему, например, я выступаю против? Потому что на сегодняшний день именно по передислокации Министерства энергетики Джалабад и коллектива АО электрической станции город Каракуль фактически нет нормативных правовых актов. Нет ни распоряжений, нет постановлений, нет ни указов. Тем более нет экономического и технического расчета. Должен быть четкий экономический расчет. Как вы относитесь к тарифной политике? С 1 мая повысили тарифы до одного сома. Дальнейшее повышение неизбежно ли? Или все-таки какое-то время будет это на этом уровне стоять? Ну, дело в том, что 28 декабря 2022 года вступило в действие постановление правительства Кабинета министров, подписанный председателем Кабинета министров Акылбеком Джапаровым, о том, что повышаются тарифы для бюджетных организаций 3 сома 40 тиынов за 1 киловатт-час электрической энергии. И ежегодно, начиная почему-то с 2022 года по 2025 годы, именно 1 июня каждого года будут повышаться тарифы на уровень инфляции. Но, однако, значит, в начале года, в январе месяце, президент Садыр Джапаров выступил о том, что повысит электроэнергия с 1 мая. Значит, 77 тиынов до 1 сома, а именно, значит, отдаленным районам, жителям отдаленных районов, значит, малообеспеченным семьям, значит, им установить тариф, значит, 50 тиынов за 1 киловатт-час электроэнергии. Эта тарифная политика с 1 мая уже она вступила в силу. Постановление правительства подписано. Значит, было вот в марте, в апреле было выставлено обсуждение вопроса о повышении тарифов на электроэнергию именно на общественное обсуждение. Такие вопросы, именно стратегически важные вопросы, обязательно должен быть вынести кабинет министров на общественное обсуждение. Когда выставляли на обсуждение, там вопрос так стоял, что один сом, значит, увеличивается 77 тиынов до одного сома, и устанавливался там лимит 1500 киловатт-час электроэнергии. Значит, свыше 1500 киловатт электроэнергии, значит, потребители, они должны платить уже по 2 сома 16 тиынов. Но видите, вот уже кабинет министров поставил перед фактом о том, что уже все уже обсуждение прошло, и значит, они уже вынесли постановление о том, что тариф устанавливается один сом
до 700 киловатт, а свыше 700 2716 стоит. Вот вы сказали, что этот вопрос, ну и все знают, вопрос повышения тарифов очень такой, скажем так, щепетильный, очень серьезный вопрос. И много событий, да, произошло в связи с повышением тарифов. Дело в том, что видите, у нас в истории. Да, понимаете, изначально вот как мы получили независимость, да, на стадии становления нашей государственности, именно вопрос именно тарифной политики, она превратилась именно в политический вопрос. Именно политический вопрос. Вы знаете, что 2005 год, 2010 году произошли события, которым основными причинами являлось резкое повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию. Это мы не должны забывать. И поэтому, понимаете, сам народ привык к тому, что именно и правительство, и государство должно обеспечивать простых граждан, значит, дешевую электроэнергию. Да, действительно. Дело в том, что, понимаете, Кыргызстан является одним из тех стран, которых энергетический потенциал очень огромный. Очень огромный. Потому что именно водно-энергетические ресурсы и водно-энергетический баланс Кыргызстана позволяет вырабатывать, вот именно вот этот ресурс позволяет вырабатывать до 160 тысяч мегаватт. А сейчас сколько мы вырабатываем? Мы вырабатываем всего 15 тысяч всего. И поэтому вынуждены импортировать из России, да, кстати? Да, видите, последние годы, последние 3-4 года, именно, ну, тут в зависимости, видите, немножко с маловодностью. Вопросы, значит, неэффективного и нецелесообразного использования водно-энергетического ресурса и водно-энергетического баланса. Мы в 2021 году мы подписали договор с соседним государством Казахстаном и Узбекистаном, невыгодный контракт. Именно вот в летний период мы экспортируем электроэнергию в объеме 550 миллионов киловатт-час электроэнергии, 250 Узбекистана, 300 миллионов киловатт-час Казахстану, а они нам возвращают нам весной и осенью. Дело в том, что, видите, здесь вопросы, значит, товарообмена. Я выступил против этого товарообмена, потому что он невыгодный. Почему? Потому что с 1 июня по 1 сентября якобы мы вырабатываем электроэнергию и продаем к его Узбекистану, Казахстану. Дело в том, что и Казахстан, и Узбекистан, они не заинтересованы в нашей электроэнергии. Они вырабатывают, значит, в летний период достаточное количество для обеспечения внутренних потребностей. А им нужна именно поливная вода. Когда они покупают электроэнергию у нас, они покупают и техническую воду, поливную воду. И именно с 1 июня, когда вегетационный период начинается, 1 сентября. А получается так, что вот в 2021 году, 7 декабря, Акылбек Жапаров визитом был в Астане. Тогда премьер-министр Аскар Мамин выразил благодарность нашему председателю кабинета министров о том, что с Токтагульского водохранилища было спущено 330 миллионов кубов воды сверх договоренности. Понимаете? Значит, там была договоренность товарообмена. Еще 330 миллионов мы спустили еще дополнительно. Подарок. Дополнительно, понимаете? И поэтому, видите, там кабинет министра они держали в секрете, а премьер-министр, он хотел выразить благодарность, но вместе с тем он рассекретил эти секреты кабинета министров. Помните, в каком-то году обсуждался вопрос установки видеокамер на Токтагульской ГЭС для того, чтобы, ну, в онлайн-режиме видеть, кто и когда спускает воду? То видите, это там на гребне плотина, там установлена одна камера. Там, значит, она сверху, всего лишь одна камера. Она работает в режиме онлайн, иногда не работает. Но видите, там на Токтагульской ГЭС, на Токтагульской плотине, там
идут различного сброса воды. Там есть поверхностный водосброс. Именно почему поверхность? Потому что, понимаете, когда уровень воды резко может увеличиться, и необходимо было, чтобы для сохранения плотины и сохранения ГЭС, Тагульский ГЭС, да, другие ГЭСы тоже, там рассчитана поверхность водосброса. Шлюз открывается, и вода проходит мимо турбин. Или они это так называют, поверхностный сброс? Или это... Нет, это предусмотрено. Предусмотрено. Но там, понимаете, в Токтагульском водохранении, в Токтагульском ГЭСе, на Токтагульской плотине, там предусмотрено другие сбросы. Донные сбросы, понимаете? Они сбрасываются снизу, их не видать. Не видать. А камера стоит, вроде там нет сброса, а там идет донный сброс идет. Поэтому... То есть вы о чем хотите сказать? То есть есть несанкционированный сброс воды? Идет, понимаете, ежегодно идет дополнительный сброс. Именно я почему говорю о неэффективном, значит, нецелесообразном использовании водного ресурса. Я всегда говорю, вот смотрите, вот буквально через 20 дней начнется вегетационный период в Казахстане. Вот увидите, сейчас, на сегодняшний день идет 355 кубических метров в секунду расход воды. Сейчас 8 миллиардов. Да, сейчас в порядке 8 миллиардов 200 миллионов. По сравнению с прошлым годом, по сравнению с прошлым годом, в том году было уже 9 миллиардов 300 миллионов было. Ну тогда я помню, в прошлом году дождливая погода была к весне, вот из-за этого как бы наполнилось. Ну да, наполняется. Потому что к марту месяца говорили, что до 5 упало, это уже критический уровень, да? Не, ну видите, до 5 это невозможно, потому что в порядке 6,5-7 уже считается мертвый остаток. Угу. Это критическая отметка, когда уже вода, она уже не выходит. Потому что, видите, эти водоводы, вот именно вот эти вот тоннели, которые идут на турбины, они же на дне не устанавливаются. Они устанавливаются метров там 50-60 метров выше дна. Потому что, понимаете, там осадки бывают, песок, камень, чтобы туда не попадали турбины. Поэтому сделали, поэтому вот этот мертвый остаток считается. Вот 6,5 миллиардов, это уже мертвый остаток, уже когда вода уже не идет к его этим, к турбинам, не идет к водоводам. Понимаете? Скажите, есть ли у вас предложение, каким образом улучшить контроль там за Токтагульским водохранилищем? Потому что, как вы сказали, есть незаметные сбросы, и они как бы не то, что не санкционированы, как вы сказали, вот, дополнительные сбросы. Дополнительные сбросы. Они, ну, у да, вас это... есть ли предложение, каким образом улучшить контроль? Не, ну видите, дело в том, что, конечно, надо усилить контроль. Дело в том, что надо установить, даже будем устанавливать каждую камеру, да, надо установить расход воды. Вообще-то, в принципе, вот, расход воды с Токтагульского водохранилища в летний период должно быть 170-180 кубов в секунду. Не больше. Не 300, да? Это не 300 и не 400, понимаете? Я вот, смотрите, вот я веду монитор, я веду, значит, предварительные расчеты веду, да. И получается, что, например, до 170-180 кубических метров воды в секунду, именно для выработки электроэнергии порядка 24-28 миллионов киловатт-час электроэнергии для полного покрытия внутренней потребности. Ну хорошо, мы на экспорт даем, да, но на экспорт мы даем электроэнергию, да, то в принципе там получается, что мы ежедневно, ежесуточно должны 8-10 миллионов киловатт-час электроэнергии. Это получается, что 180 и плюс там максимум там 80-100 кубических метров в секунду, получается порядка, ну, 280-300 кубических метров в секунду. Мы должны его, значит, да, перерабатывать через Токтагульский ГЭС. Да, ну, у нас же каскадно все. Токтагульский ГЭС, а потом Крупсайская, значит, идет Ташкумырская, Шамалсайская, Учкурганская, идет каскадный. На сколько процентов сейчас вот этот задействовано наше ГЭС?
Но видите, то есть вы сказали, сколько ежегодно вырабатывается сейчас? Ну, в том году было выработано самое малое количество электроэнергии за последние 10 лет. 13 миллиардов 800 миллионов киловатт-час электроэнергии. Значит, а фактически мы потребили где-то 16,5 миллиардов. Порядки 2,8 миллиардов и 3, около 3 миллиардов киловатт-час электроэнергии мы не вырабатывали. Мы купили их из Туркменистана и Казахстана. Поэтому, видите, именно на сегодняшний день вот выработка электроэнергии полностью не закрывает наши потребности. Значит, образовывается дефицит электроэнергии. А вот помните, опять-таки в 2010 году были проблемы с распредкомпаниями, да, которые распределяли, занимались посредничеством. Покупали по 70 тын, продавали по 120. Сейчас их ликвидировали или так же работают? Не, ну в том году, согласно постановлению Кабинета министров, значит, распоряжению Министерства энергетики, произведена реорганизация. Бишкек-теплосеть присоединена Аульт-Уйтским станциям. Ну, видите, здесь можно понять, что именно вот вырабатываемая тепловая энергия, тепло, значит, горячая вода, значит, да, пар, значит, использует, не использует, а принимает Бишкек-теплосеть, и она распределяет по городу Бишкек. Это понятно. Значит, там присоединили. Вот распредкомпании, вот Северэлектро, Востокэлектро, Джалабадэлектро, Ошэлектро, присоединили акционерное общество Национальная электрическая сеть Кыргызстана. Значит, сейчас, значит, у нас в основном два основных энергетических предприятия. А вот были мелкие, помните, которые там чуть ли не новостройку обеспечили? Не, ну вот видите, это Электросила, ну, к примеру. Это Электросила, это частная компания. Частная, это тоже распредкомпания. Ну, это распредкомпания, это частная компания. Их значит, вопросы, значит, реорганизации не касалось, потому что частная компания, да. Они сейчас работают там. Там их порядка 18 компаний, которые занимаются именно... Они занимаются именно вопросом... Они помогают государству, нашему министерству, или все-таки какие-то проблемы возникают? Ну, видите, там есть предприятия, которые действительно вложены огромные средства. Значит, у них своя линия передач, свои подстанции, свой технический персонал, свои ремонтные бригады, значит, своя техника. Значит, они, значит, у них есть свои финансовые средства, да. Эти предприятия, да, они работают, понимаете, очень прибыльно работают. Но, видите, с одной стороны, они очень ответственные, да, предприятия, которые действительно занимаются бесперебойным подачей электроэнергии своим потребителям, да. Но, видите, в основном эти компании обслуживают именно большие предприятия. А вот это вот именно население, да, население, конечно, там более-менее, там тяжелее, понимаете, там с оплачиваемостью, вопросами, значит, учета, контроля, там более сложнее. А вот распредкомпании там на Токтугулке покупают электричество по какой цене, а потом нам продают? Нет, они... Или как вот нет, это? Нет, значит, так получается. Я еще вот скажу, что именно, я сказал о тех компаниях, которых, ну там, 6-7 компаний, которые действительно есть... Вот свои силы, средства, я сказал же об этом. А есть компании, которые действительно посредники. Вот они вот сели на подстанцию, да? От подстанции идут, значит, ответвления, потребляют крупные промышленные предприятия. Вот они посредники. Их надо ликвидировать надо. Их надо ликвидировать, потому что у них нет ни средств, у них нет ни техники, у них нет ни подстанций своих. Линии передачи нету, ничего нету, понимаете? Поэтому персонала нету, ремонтных бригад нету, да? И поэтому эти компании, есть компании, которые надо ликвидировать там. Почему, например, государство отдает эти предприятия, отдает, значит, частным лицам, да? Ну, в принципе, понимаете, у нас такого электроэнергетического рынка нету. Потому что именно Аурит-Уйтские станции,
Орталицкой станции, является монополистом. Потому что она вырабатывает 99%, которые вырабатываются в Кыргызстане, да, 1-2% вырабатывается частными этими малыми ГЭСами. Ну и работают себе в убыток, да, говорите? Ну, видите, получается как. В принципе-то, вот вопросы выработки электроэнергии, там она стоит порядка 18-20 тенге. Транспортировка. Себестоимость. Да, себестоимость. Транспортировка стоит 23 тенге. А потом происходит распределение. Но видите, в АО-станциях, почему я вот вначале говорил о передаче ТЭЦ города Бишкек, именно в АО-станции одним из таких вот, предприятий убыточных, да, является ТЭЦ города Бишкек. И вот там, значит, себестоимость получается 3 сома 40 тенге. Ну вот если Бишкеку перейдет, да, в ближайшее время? Или это вопрос только... Нет, вопрос нерешенный. Но если вдруг, если переведут, да, мэр уже сказал, что убыточное предприятие, что мэрия не сможет его. Нет, она не категорически отказывается. Не говорит ли это о том, что тарифы будут повышаться? Но видите, каким образом они будут решать? Вот постановление, да, которое вступило с 1 мая, да, там написано, что до 2025 года ежегодно с 1 июня будет повышение тарифов на электроэнергию на уровень инфляции. В прошлом году уровень инфляции составлял 12,9%. Вот скажите, вы как специалист, скажите, извините, перебью. Для того, чтобы не быть убыточным предприятием, на сколько сомов надо повысить тариф? Чтобы... Значит, вот смотрите, я вам объясню, да, вот простым, да, языком. Да. Да? Вопрос, знаете, стоит не только тарифной политики. Основная цель, да, чтобы эти энергетические предприятия, вот Аоль-Тарифские станции, да, и национальная сеть Кыргызстана, да, значит, национальная сеть Кыргызстана сейчас вошло в все распродкомпании. Северэлектро, Алабат, Ош, Востокэлектро, да. Они сейчас уже они ликвидированы, их нет таких организаций. Они, эти предприятия, стали филиалами. Дело в том, что, например, вот Северэлектро, она сейчас переименована ЧУПЭС. Чуйское предприятие электрических сетей. ОШПЭС. Ошское предприятие электрических сетей. Понимаете? Они переименованы, и они находятся в составе, значит, национальной сети Кыргызстана. Так, для чего это было? Ну, они сделали, видите, объединили. Эти предприятия, значит, укрупнили. И поэтому, знаете, вопрос стоит именно, чтобы именно энергетические предприятия, энергетическая отрасль была прибыльной. Ну вот, чтобы стать прибыльной, какие пути решения есть? Смотрите, скажите, вот смотрите, не только же повышение, да, тарифов. Вот сейчас вот и Министерство энергетики, и Кабинет Песа только видят вопрос только повышения тарифов. Но дело в том, что, понимаете, при повышении тарифов на электроэнергии увеличивается и уровень коррупции, и уровень воровства, хищения увеличивается. Понимаете? Это одно. Другое. Я вижу другие пути. Потому что вопросы, значит, вопросы о государственных закупках. Там тоже мы теряем порядка 3-4 миллиардов сомов. Из-за, значит, коррупции, из-за воровства, хищения, значит, проведенных непрозрачно и честно, значит, непроведенных конкурсов, тендеров, там потеряем 3-4 миллиарда сомов теряем. Вопрос оптимизации. Я еще раз говорю. Вот сейчас оптимизация прошла, да, но все равно именно надо именно менять структуру управления, менять штатное расписание. Потому что, видите, как получается, мы вот в 2010 годах, да, 15 годах мы вырабатывали 15 миллиардов киловатт-час электроэнергии. Мы сейчас вырабатываем 13,8 миллиардов. У нас произошел спад производства. Понимаете? Произошел спад. А штат увеличился, уменьшился? А штат практически остался на том уровне. Значит, что? Здесь вопрос о производительности труда. Естественно, с уменьшением выработки электроэнергии
с уменьшением выработки, выпуска продукции, естественно, должно уменьшаться и количественный состав. Изменяться структура управления, штатное расписание. Но вот его не делается. И поэтому происходят убытки. Вопросы, значит, смотрите, сейчас говорят, у нас нет коммерческих потерь. Вопросы технических, уменьшения технических, коммерческих потерь. Там тоже где-то 1,5 миллиарда сомов. Это ежегодно? Ежегодно, да. Я почему говорю, вот мы порядка 3-4 миллиардов теряем именно на государственных закупках. Госзакупки, хищение. Хищение, да. Вопросы, значит, его именно оптимизации расходов, да. И вопросы, значит, полностью надо пересмотреть. Полностью пересмотреть, потому что, видите, вот ремонтная работа, да. Ремонтная работа. Вот им нужно сделать инвентаризацию. Мониторинг. Вот именно надо эту ремонтную работу делать или не надо делать его? А здесь как получается? Надо, не надо, все делать. И деньги уходят туда. И вопросы, значит, получается. Значит, вот именно структуру расхода аварийной станции более 40%, более 40% всех расходов именно занимает покупка топлива. Имеется в виду уголь, мазут, нефть. Угу. Мазут, нефть и природный газ. Понятно. Закончилось, да, или что? Да, наверное, все достаточно. Сейчас я буду прощаться. Не, ну все, да это как его. Поэтому, видите, получается, что именно вопросы, значит, его вывода наших энергетических предприятий на прибыль, именно нельзя ограничиться только тарифной политикой. Нельзя ограничиться. Но я скажу несколько слов о тарифной политике. Дело в том, что введением новой тарифной политики с 1 мая я выступил против. Почему? Потому что с введением новой тарифной политики, где увеличивается тарифы на электроэнергию для простых граждан, для пенсионеров, малоимущих слоев населения, да, именно должно быть кабинет министров должен произвести индексацию. Индексацию пенсий, пособий, индексацию, значит, заработной платы, бюджетным организациям. Это обязательное условие. Это обязательное условие. Но этого кабинет министров не сделали. И поэтому я настаивал сделать индексацию пособий, пенсий, значит, заработных плат бюджетным организациям. А потом можно поднимать от него. Дело в том, что, понимаете, здесь почему социальный тариф? Именно мы должны защищать, значит, пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. И поэтому обязательно должно быть произвести индексацию вопроса, значит, его повышения заработной платы бюджетным этим работникам бюджетных организаций, увеличение пособий, это должно обязательно произвести, хотя бы произвести индексацию на уровень инфляции. Очень хорошие слова. Спасибо вам за то, что вы пришли. Очень интересная беседа получилась. А я напомню, сегодня был в студии с нами эксперт в топливно-энергетическом комплексе Расул Умбеталиев. Мы сегодня говорили о проблемах энергетики в Кыргызстане. До встречи.